Доброго времени суток! В сегодняшнем видео я, как и обещал, расскажу о Большом пляже, или по-сербски Велика плажа. Дело в том, что далеко не все гости Черногории знают, что в этой стране есть не только каменистые, галечные, крупногалечные и смешанные пляжи. Также в этой стране есть и большой песчаный пляж. На видео вы можете видеть его размеры и поймите, что для такой маленькой страны, как Черногория, это очень большой пляж. Длина его составляет порядка 13 километров. Ширина песчаной линии несколько сот метров. Сам пляж состоит из мелкого вулканического темно-серого песка. Очень пологий вход в воду помогает отдыхать здесь родителям с очень маленькими детьми. Здесь, чтобы вода достигла там горла, надо пройти, наверное, сотни метров хороших от линии прибоя. Размеры пляжа также позволяют здесь комфортно разместиться летом всем желающим отдыхающим. Между платными пляжами остается еще достаточно места для всех отдыхающих, кто не хочет платить деньги за лежаки. И они не мешают друг другу. В общем, добро пожаловать в Черногорию, здесь вы найдете пляжи на любой вкус. Подписывайтесь на наш канал и до встречи в следующих видео.